На территории следственного изолятора номер 2 в Уссурийске собрались все, кого связывает память об одном человеке – Петре Ворвуле. Сегодня имя полковника внутренней службы увековечили мемориальной доской. Торжественную часть открыли внуки Петра Ивановича. Выдающийся руководитель, который начал с инструктора по воспитательной работе и закончил начальником объекта, оставил после себя сплоченную команду профессионалов и наследие упорного многолетнего труда. Ярким примером того служит инициатива Петра Ворвуля по строительству на территории СИЗО номер 2 жилого дома для сотрудников, что позволило привлечь граждан на службу. За годы трудовой деятельности Петр Иванович всегда учреждение его было на первом месте. По основным показателям оперативно-розыскной деятельности, раскрытия преступлений прошлых лет, по взаимодействию с территориальными органами внутренних дел, что позволило не допустить ни одного преступления в стенах следственного изолятора. Петр Ворвуль ушел из жизни 1 мая 2006 года. Почтить память, выразить слова благодарности, рассказать личные истории, которые связаны с Петром Ивановичем, пришли коллеги, близкие друзья и, конечно же, семья. Жена, двое сыновей и трое внуков. В основное время он проводил на службе. Встречался я с ним очень редко, по утрам и по выходным дням. Но, тем не менее, он уделял большое внимание развитию своих детей в плане спортивного развития, постоянно занимался спортом, это поездки на велосипеде, теннис, гиревой спорт, то есть постоянно развивал нашу семью. Высоко ценятся заслуги Петра Ворвуля и потому, что во времена полной разрухи в 90-е годы руководителю удавалось находить решение задач порой уникальной сложности, так как тогда реформы государства были трудными, подчас отчаянными. Своим многолетним, повторюсь, тяжелым трудом руководителя, как правило, в сложное время находили силы, проявляли свой талант руководителя, чтобы учреждение, в данном случае следственный изолятор номер 2, он не просто рухнул в начале 90-х и 90-е годы, а развивался, и здесь все строилось. ГУФСИН планирует открыть мемориальные доски еще в трех объектах. Что касается следственного изолятора номер 2, то здесь трудятся 170 сотрудников, которые с мужеством несут службу, поддерживают порядок среди 500 обвиняемых, подозреваемых и осужденных. Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс.